настоящее время в архиве Парижской академии наук находится портрет Николая Лобачевского, изображение которого удалось получить ведущему биографу научного отдела библиотеки имени Лобачевского КФУ Павлу Георгиеву. Дело в том, что на протяжении долгого времени история портрета была неизвестна. Он считался потерянным. Мне удалось выяснить, что это за портрет. Я выражаю благодарность в этом отношении сотруднице Парижской академии наук Марин Изабель Джоффер, которая нашла этот портрет, сделала фото и мне его прислала. Вот таким образом мы можем увидеть, что это, в общем-то, известный портрет, сделанный незадолго до смерти Лобачевского. В газете «Гражданин» 1895 года сообщалось, что дочь Лобачевского Варвара Охлопкова передала в Парижскую академию портрет отца. Приняв дар с благодарностью, академия направила Охлопковой 500 рублей. Он был первоначально дагерротипом, вот, затем дочь Варвара сделала с него, видимо, там в углу есть отметка петербургской, известного петербургского фотоателье «Рейнбот» и компания. И вот именно этот портрет находится сейчас в Парижской академии наук. Мы, в общем-то, видим, что достаточно хорошо Лобачевского знают. Парижская академия наук хранят этот портрет. Важно отметить, что под влиянием идей Николая Лобачевского были написаны многие произведения известных писателей. Например, роман «Два капитана» Вениамина Каверина. Мы знаем Лобачевского как математика, но мы, наверное, будет для нас откровением узнать, что идеи Лобачевского, они в клидовой геометрии также повлияли и на литературу. И многие писатели были проникнуты идеями Лобачевского. История Лобачевского в литературном дискурсе, как и подробности о портрете, описаны в электронной книге Павла Георгиева. Более подробно об этой истории с этим портретом и с другими портретами Лобачевского можно познакомиться в моей электронной книге «В поисках Лобачевского», которая есть в электронном виде. Вот. Ее можно найти по ссылке, зайдя в статью Википедии о Лобачевском. Также сейчас к изданию готовится и бумажный вариант книги. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.